Файты Спирита проще начинать через ультапарата, просто берси героев. Думаю, Спиритом здесь попроще будет. Да ты знаешь, что кажется, соглашусь. И, кстати, найдут сейчас Союз и Depressed Kid. Прыгают Союз, зацепили. Ульта Париж на минус Союз здесь. Но Depressed Kid зацепить не смогли. Смоук на четверку. Это не лучший расклад. Торонто Токио остается здесь. Смотрим. Мипошка. Будет ли ультимейт в него кастовать? Да, кастует ультимейт Мипошка. Да ладно, Мипошка выживает. Отдается нейтралом. Отличная работа здесь. Ванскор рядом. Попытка засейвить Depressed Kid. Сам за это отправится в таверну, скорее всего. Так и есть. Его добивает Торонто Токио. И в итоге шикарный выход, правда, не, Битушара тут никого уже не зацепит. Шикарный выход, минус 2, не потеряли свою пятерку, молодцы. На самом деле, ультанул Ванскор в свою лину, сбил с нее колдфит, так бы она замерзла, в нее попала стрела, и она тоже умерла, поэтому... Шикарно отыграл. Ага, вот этот стрелу уже не защитили, но убили ТБ. Ой, а как он умер, я не понял. Он просто бил тавр, и в него... Его лина ультанула? Не, его ультанула лисичка с тимбером. А лина жультила снизу, да, как-то больно. Это я вообще не понял, как он умер, как-то супер быстро. Ну так вот тиммер коснул, видел, как он просто... Лину чуть не убил, да, за один рассказ. Смотрим, падает у нас Рошан, не успеет никто своровать. Там тем временем... Не, ну ничего не будет. Там цепанули, цепанули у нас нагу. Смотрим, будет ли продолжение. Да, здесь уже Торонто Токио подходит на рендж, пытается подеблочить коллапс. Отличная работа, Петушара, узкий проход. Говорит, ребята, в узком проходе я с вами готов дружить очень долго. Ятара сейвит своего Акса, сваптался с ним. За счет этого теряет Эгис, потому что Лина тут же в него ультанула. И Мирана убили, Мирана байбэк. Там тем временем подвязали у нас Ятара, стоящего на нижней линии. У него нет формы. И минус Кинина. Фидони Ли. Можно ловить Ятара. Можно ловить Ятара. Даже нужно это делать. У него есть еще БКБ, не забываем. Витушара далеко, брат. Очень далеко. Смайлинг Найт по Ятара дэмэджу. Ятара ультимейт на данный момент в кулдауне. Ятара тэп-аут делает. Коллап тоже делает тэп-аут. Ну, могло быть хуже. Ну, все у нас защищаются одним способом. Всем пока, я тп. Думали? Анчис убьют. Бегает, смотрим, прыгнули. Петушара есть, ульта пари. Боже, боже, байбак есть. Смайлинг Найт с хайграунда забегает. Торонто Токио заставили его. Торонто Токио пытается спрятаться в елке. Там контратака открываться просто. Отличная по двум героям. Срабатывает на одном и Йонди. Союз отсюда уйдет. И Проскид пытается в БКБ как-то уйти. Его сейвит, потому что его засейвил на Сванскор. Ну и контратака от Петушара. Ультимейт по Миране. Вообще плевать. Депресс Кид засловили. Депресс Кид бежать. Нет, не могут его засейвить. У него нет байбека. Смайлинг Найт пытается хоть что-то сделать с Торонто Токио. А ему плевать. У него сатаник, он дерется 1 в 4. Акса могут разве что убить. Да, Акс 1170 получает. В табло умирает. Петушара у нас под Спирит Веселем улетает на елку. Но Торонто Токио вместе с Ятора за ним. Да, минус Петушара. Он тоже без байбека. Два кора без байбека. Тут не отпускает Смайлинг Найта. Иллюзия. И сюда иди. Слышишь ребешка и Нага. Да, блин, как 3 секунды. Сейчас поймают еще Нагу. Так, Нага. Нага. Ятора здесь. Есть Еул от Миры. Смотрим. Тут же Акс. Контратака влез на кого-то. Я не знаю на кого, но все-таки он там тоже прыгнул. А, он там поймал и зарубил Союша. Ну и Смайлинг Найт, конечно, уйдет за счет этого слипа. Неплохо. Он как ты на первой тренировке по боксу. Это очень, правда, очень, да, очень, да, хочет, да, да, да. Типа очень хочет, но ничего не получается. Смайлинг Найт забежал под коллапса. Коллапс крутится. Ятора бьет. Разрубили ему голову. Да, у него есть байбек, но он понимает, что это уже ничего не значит. Он его, конечно, сделает. Пошел дэмэдж патрону. ГГВП первыми пишут. Team Spirit. Ой, ничего себе. Ну, написал, что мисс. Ну, не знаю. Защита яйца Тандерлорда слабенькая, потому что там Мирана и бабка. Вообще, представьте себе, мне кажется, даже на 25 уровне с аганимом яйцо это просто рассыпется. Да там каждый герой бьет это яйцо. Не так плохо. Мипошка видит теперь Depressed Kid. Depressed Kid дает раз сказ, но пока есть торнадо еще. Но, кстати, Мипошка просто умер. Вот так вот просто. А ДК дальше. А вот сейчас надо драться или не надо драться? Обстрел по коллапсу. Коллапс едва живой. Дал, конечно. И яйцо можно убить. А что это за байбек? Что это за байбек? Яйцо разбили. Ой, что это такое? Depressed Kid, кстати, могут забрать. Это довольно неплохо, потому что 530 голды на нем заработали. Если еще и тавр отдефит, все будет круто. Ятор далеко. Петушара, ультимейт, ты что делаешь? Танчит как мужчина, потому что Торонто Токио того погибает, а размен пока еще нормальный. Здесь с Аегисом Смайли Найт, и Ятора не может драться с таким террорблейдом, но нужно отойти. Сейчас атаку, идут в центральную. Здесь Мира и Ятора очень близко, прыгает Петушара, думает, кого станет, застанет Миру. На Ятора-то закрыт сейчас, Санстрайк летит, много дэмджа Ятора без боя. Сейчас может умереть, да, так оно и есть. Ну и это шикарный выход. Ятора сам растерялся, когда увидел этого Драгонайта, он не понимал, куда ему вообще бежать. И что ему здесь делать? Петушара тоже глаза разбежались. Мира, Мира. Успеет улететь? Яйцо поставил. И надо отбежать, надо отбежать. Яйцо не успеет, скорее всего, разбить. Яйцо не должны. Да ладно! Вот это скинулись, конечно. По тычке со всех сторон. Снэпфайр пойдет по коллапсу. Коллапс погибает. И Мипошку тоже там можно попробовать догнать. Да нет. Ну да, тут без шансов. Просто без шансов. Только Ванскор погиб случайно. Нужно как бы заходить. Ну да, да, да. Бояться да, да. Нечего. Вижен на ХГ имеется. Стрела полетела сюда. Пошел дэмэдж по зданию. Поймали Феникса прямо на полете. Яйца не будет, пока оно есть байбек. Вот он байбек. Смотрим. Надо хоть как-то отбиваться, потому что сейчас просто будут мега-крипы.
Ну, если Феникс не может зарядить, это беда. Развести бы Петушару как-то на БКБ далеко от драки, но не получается. МКБ купил Тарата Токио. Сейчас мне крипы будут. И просто с рейнджа наваливает, смотрим. Прыгнули в Ятора, сейчас туда ТБ будет демер заливать, его метёт. Боже, бам. Боже, 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 это что сейчас было? Ну, яйцо завестили здесь уже. 1043, критуля залетает. Вот победа прям без вариантов для Империи. Ну, пробует. Торонто Токио бьет, кстати, нормально по урону. Почти убил Дипроскита, минус Дипроскита. Остается Тераблейд, есть с кем свапнуться. А нет, у него Сандер, он уже нажимал его. Ну тут Петушара прикрывает и засейвили Смайлинг. Нет, не засейвили Смайлинг Найта. 80 секунд без байбека. Но мега крипов сделали. Шара готов прыгать. Смотрим, куда он будет прыгать и в кого. Хочется, конечно, в Ятора. Ну вот так вот Ятора застанили. Но тут очень неплохо полетел. Первый рассказ тогда с от инвокера. Там Петушара сейчас может погибнуть. Сыр схавал, живет. Тарата Токио все, Петушару выдал. Выживает Мира. Поставил яйцо для того, чтобы выжить. А, но яйцо, понятное дело, никого не надамажит. И первую суператаку пережили, но никого убить не смогли. Петушара на сыр прохавал и остался в живых здесь. Смайлинг Найту бы нажать. Вот так, БКБ, Смайлинг Найт побежал, свапнулся в Ятора. Его подталкивают еще вперед, Петушара наполучал. О, теперь Смайлинг Найту, наверное, надо отойти. Потому что БКБ потратил, Сандер потратил. Не дай бог где-то подставишься, будет неприятно. Кстати, Хекс по итогу Кура резнул всю класс, у него есть Хекс. Ну и вот сейчас на Смайлинг Найта бы как-то напасть. Но это не так легко сделать. Издалека, вот так, бесконтактно, имперцы. Смотрим, Смайлинг Найт, не забываем, у него две жизни. Первую терять он не хочет, пошел у нас нагрев. Смайлинг Найт погибает первый раз. Ой, как больно, ой, как больно, коллапс без байбека погибает. И Ятора БКБ успел нажать. Живет. Пока там тем временем минус Петушара, но трон дымит. Трон дымит, и тут надо просто дэмэдж по трону от Смайлинг Найта. Есть гриф еще. Смотрим, да. Байбек сделал ДК, он уже здесь. Торнадо по Торонто Токио, неужели отойдут? А не, не надо отойти, не надо далеко отходить, надо оставаться здесь. Пока нет коллапса, нужно эту игру выигрывать здесь и сейчас. Появляется у нас Ванскором, видим, Владмир Софрин. А вот так, Ятора, стрела, Ятора! Мимо пролетело каким-то чудом, ну и все, голый трон. Голый трон, но есть еще глиф, смотрим, получится ли что-то сделать. Ятора может сейчас просто умереть на ровном месте, Ятора отбегает, пошел нагрев, есть глиф, ну все, это последнее, что могут своему сопернику предложить ребята из Спирит. И вот сейчас после глифа просто будет по блинку и по три удара в тава, в трон. И на этом, собственно, дискотека закончится. Вот он, Ванскор. По трону наваливает. Есть стан по темпларке. Тут же там поймали, кстати, Террорблейда. Его могут убить. Террорблейда убили. Рассказ еще от инвокера. Убили у нас инвокера. И неужели выжили? Виталь, давай ты вот не будешь вот это вот сейчас, уже трон, свет мне тут в студии включить. Феникс, плохой телепорт. Ой, как не повезет сейчас Фениксу. Тут же атака Торонто Токио, но Террорблейд погибает без байбека. Моментально Петушара слишком далеко, Петушара много дэмэджа получает. Залетел Феникс, дает информацию, нагревает Петушару. Мипошка здесь же, подвязать боевой, и это минус Петушара. Без байбека у нас Террорблейд, Петушара тоже 110 секунд без байбека, крипы хату. Если ты изнул форму, уже на что делать, Петушара запрыгнул, застанил, смотрим. Рассказ инвокеров в никуда, первый, и теперь в трон, рассказ бабки, они просто зонят людей. Иллюзиями пока, Мира ищет вариант, пошел дэмэдж на Смайли Найта, тут блинк и уходить. Есть Аганим также у Ванскора сейчас, там Токио далековато подошел. Фир. Токио, все, окей, живет. Ай, поймали героя, могут его убить. Да, это минусы без байбека. Единственный, кстати, герой без байбека и погибает. Очень неприятная ситуация сейчас. И надо где-то ему, чтобы 200 голды натикало, но никто тут руну не возьмет для того, чтобы 200 голды натикало. Так что придется без него защищаться. Торнадо в никуда. И сжимается вот эта линия. Ой, защиты. Ганим, отснефай, хорошо! Увернуться надо, коллапсу не может. Стан есть, Торнадо Токио. Полетели у нас фрикаделечки, очень больно. Дэмэдж в трон идет. Смотрим, глиф есть, не забываем пока только иллюзии. Ятора БКБ нажал, обидно, надо подбивать крипов. Смайли Найт забегает, свапнулся с Торонто Токио. Торонто Токио говорит, я могу и порегениться, если что. И по-прежнему глиф не зайдет. Эклипс, но есть еще один, да? Есть еще один. Коинбустер точно купит, но гоним. Так, Торонто Токио, сейчас атака на него может быть. Торонто Токио стоит здесь. Смотрим, по двум линиям заходят. Ну и пока издалека. Атака у нас опасная на Миру. Контратака через Хекс. Мира живет. Нормально. Полетели фрикадельки. Там в дизуарме темпларка. Надо отбежать. Мипошка прыгнул, подвязал Петушару. Петушара можно быстро убить. Есть БКБ, отбегает Петушара. Есть ультимейт от Луны. Но дэмэджа много. Луна получает и живет. Я тоже разорвали яйцо. Нет байбека у нас у Феникса. Ну и пойдет дэмэдж сейчас в трон. Трон пока еще
не сейвят. Коллапс тоже сгорел, у него есть байбек, он может выкупиться. Петушара далековато, у него нет БКБ, надо быть поосторожнее. Ятара за ним пошел, Смайлинг Найт дамажит. Петушара в инвизе невидимый, неуязвимый. Это правило мы помним. Аегиса нет, Аегис закончился, но его теперь шанс. Смайлинг Найт, БКБ, пошел дэмэдж в трон, смотрим. А клип, заюза! Нет, до этого был заюз. Заюзали. В общем, отдали, видимо, террорблейд. Да, проблемы. Инвокер паку ничего не делает. Если инвокер куда-то идет, туда же может пойти пак, либо ломать видвышку. То есть первые минут 10-15 чисто за Империя. А дальше, конечно, по деталям, но Империя красивая. А дальше, как всегда, спириты отыгрывают преимущество 20 тысяч у себя по Т4. Ну, у Империи очень красиво. Я прям... Я согласен, да. Если бы это была там не Империя, а команда на Интернешнале, все бы руки были за драфт Империи. Пак. Коллапс рядом, Торонто Токио в елках, Торонто Токио появляется, запрыгивает коллапс на Пака, Паку, как кольцо, более неприятно, Лина есть. Лина помогла, нормально, Петушару подняли в юл моментально, Пак может погибнуть, здесь нет, все-таки живет Пак, и коллапс сейчас отправится в таверну, отличная работа от Депресскида, коллапса убили, и Торонто Токио пытается жонглировать здесь своими вексами и сбежать. 2 секунды, но стоит в центре все еще. Да, свидание Торонто Токио. Ты понял, да, что происходит? Они думают, их пятеро, а вот тут просто один прилетел, они просто не верят своему счастью пока что, но они боятся на него напасть, они думают, не может же этот шизик быть один, смотри, да, что да, он да. делает. А он в итоге идет в атаку, ловит Торонто Токио, они по-прежнему уверены, что их пятеро, их теперь реально пятеро здесь, Торонто Токио просто погибает, коллапс пытается хоть какой-то дэмэдж выдать, но понимает, что надо отсюда бежать. Слушай, ну вот это просто взял на понт, называется. Коллапс без ночи, его увидели, засайленсили. Ак здесь. Коллапсу будет нереально сложно отсюда уйти. Петушара говорит, стоять, братюня. И разрубил ему голову. Вот так вот. Не понимаю. Невозможно, смотри, не понимать. Они стоят, они ждут. Они ждут, Ваня, но ждут не чё? С той стороны атаки. Они Ваня. С той стороны прыгают на Ванскора. Ванскор нулифай, быстренько пытается его убить. Попробуй еще убей Ванскора. Там хрона пошло довольно неплохое, но на Акса. И стоит просто-напросто в стане Ятара. Там тоже диск. Айон диск. И теперь Петушару разве что из баса не выпустить. Так. Пак убивает тем временем у нас и без шансов Мипошку. Ванскор байбек, Мипошка надо байбек. Надо Лину дефить, если получится. Лину сложно будет задефить, да, Лину убили. Ятара, Ятара есть под сейв. Ятара все еще живет. Отпрыгните, Ятара отсюда должен выживать. Торнадо прилетело. Сайленс есть. И Ятара минус. Все нормально. Без байбека, без байбека. Мира тоже погибает без байбека. Запрыгнули дальше. Петушара за Торонто Токио. Курса хорошая есть. Хорошая курса, умрет. Слушай, он умрет. Только не в того надо было нулифайр давать. Ну ладно, дал в этого. А теперь знаете, что самое главное? Тупо фуловый не сделает Торонто Токио. Торнадо. Всех напрягает. Угу. Стой и радуйся. Пол здания убил. Так, так. Где-то там агр. Агр, я понимаю, а снизу залетел коллапс. Коллапс пытается убить очень быстро. Не получается. Лина. Лина на фурстафе уезжает. Отстанется под себя для того, чтобы уйти. Коллапс. Дальше пытается какой-то ветер здесь творить. Мипошке надо быть поосторожнее. Мипошка все выживает. Пытаются просто доджить. Все, коллапса поймали. Коллапса поймали. Коллапс пытается пожить. Коллапса разрубили. У нее есть байбек. Кстати, все, он пак умер. От Яторо. Да. Но да. Это вроде бы не за купол, потому что купол еще должен был быть кулдаун. Вот. И вот сейчас шанс. Смотри, нет пака. Это последняя надежда. До потери Аегиса еще где-то минута. Минута, да. Ну и не потерять бы сторону за эту минуту. Ну, кстати, если у Пака есть травала, может думает, ребята, если что, я отрывала байбек на глиф, плюс глиф на крипа. То есть такая опция возможна, что он там не спешит. Там тем временем в спину Петушара, не, все нормально. Там Торонто Токио забегает в спину. И вот он шанс сейчас будет. Т3 все еще стоит, выигрывает время, пытаясь держать в контроле этого Смайли Найта. Торонто Токио. Так, Союз, нет уже Айон Диск, он сейчас может умереть. Смотрим, Союз раскастовался. Ятору, кстати, очень плохо. А Ятору сейчас может умереть. Без маны, без маны, без маны. Нет, все нормально. Естик живет, отпрыгнул. Байбек делает Торонто Токио, которого все-таки убил Петушара. И бараки падают. Бараки падают. Что с ним делать? Просто... Не, ну, кстати, его сейчас могут убить. А вот как? Видишь, он даже отходит, потому что Эгис кончается, и Лина умерла. Гекс появляется у Петушары, с чем мы его поздравляем. Вот он, Смайлинг Найт, знает, что где-то здесь есть у нас Торонто Токио. Торонто Токио БКБ на Петушару. Смайлинг Найт просто прыгает, вот он, Хрона. Смайлинг Найта бьют Хрона. Смотрим, рассказ, хватит ли дэмэджа. Да забей просто. Можно даже не пытаться, пытается коллапс, ну, кстати, дальше. Смотри, ему хорошо, больно. Нулифайр, фликер, нормально. Это читы, все окей. Не, ну фликер это... Это читы просто, все, все. Первая атака развалилась. Есть тут, конечно, курса по Паку. Петушару контролят, но Пака бы как-то постараться убить. Пак выживает каким-то образом. Мипошку сгорели. Нет, Пака все-таки убили. У него не будет 124 секунды, у него не будет байбека. Ятара тут остался один против всех. 100 секунд без байбека. Без БКБ, кстати, инвокер. Но там не будет вижена. Может быть, убьют Миру. Ну, то есть все классно. Но на ХГ. Ну что? Последняя надежда Спирит. Ничего интересного не просто произойдет. Забегает. Просто вытрубит. В голову забежал, разбил Абисал. Есть у нас Хрона. Приземлился в Хрона. Но тут мы видим, Айон Диск не помогает особо Аксу. У него есть байбек. А Хрона теперь нет. А что делать? Здесь тем временем куда Пак залетел? Нафидел Пак. Ну ладно. 5 секунд без байбека. Что происходит? Вы прикалываетесь, что ли? Да нет, все равно ничего не знаю. Не, я понимаю, но когда мы говорим о том, что вы убили Рошана, это же не значит, что вы автоматом выиграли игру.
Ее же еще и выиграть надо. Ладно, Smiling Knight тут разбирается, конечно. Прыгает на Ятора, избивает его. Полетел, правда, у нас кирпич. Там тем временем двоих коллапс ворвался. Ну, Липайр у нас и быстренько убивает Ваню. Паку нет, Пака еще нет, 75 секунд. Здесь курса неплохая. Акс тоже под нулифайером в таверну на 125 секунд. Я не знаю, мне просто ржать хочется. Я не знаю, что это, если честно. Так, если они его сейчас убьют, он 1 в 5. Вот, он тупо 1 в 5 сейчас. Он сейчас всех убьет, смотри. Его не взять. 1 в 5. Там Лина пытается забрать Тарантотокио. Есть? Да, он уже заюзал. Он заюзал перед тем, как отходил. И Тарантотокио пытается выжить. Еще очередная соль. Союз, смотрим. Тут тоже рефреш Тарантотокио. Ой-ой-ой-ой-ой. Отрефрешил себе просто-напросто гостлок и ушел. Лип также есть. Ну, пошел. Никто даже не раскрывает СПЛ, но очевидно, да? Ну, да не, нужны другие герои. Главное ману, чтобы Ятора сейчас все не потерял. Вот так вот Абиссал, Ятора танкует. Пока. Ну и ПЛ развлекает. Где команда? Команда вот здесь. А там тем временем Найт Сталкер в спину в Акса, а дэмэджа-то нет. БКБ все еще есть, но был, наверное, не прожимал. Смайлинг Найт сейчас 1 в 5 играет. И говорит, ребят, я вот так умею. Я еще здание могу бить. А еще у меня есть кликер. А еще я еще могу бить здание. И Мипошка даже курсу нормальную дать не может, потому что нет тиммейтов рядом. Ого. Ого, Ятора, нормально. Одну ульту Лины впитал. Ультимейт Ванскора впитал. Там тем временем Пака убили. Хекс, Хекс, осторожно, Ятора надо засейвить. Он там, кстати, хотел поставить хорошую хроносферу. Поставил в итоге хроносферу. Ну, юл, да ладно! А, это вроде бы Виндволкер, да, или это было? Или да, 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 да. Ну, второй. И мы видим, на этот раз спасается. Два героя стоят связанные. Да, хороший стан. Хороший дэмэдж, минус Акс должен быть. И пытается убить ПЛ. Лагуна в бэктрек пошла, видел? Да, Лагуна в бэктрек. Смотрим дальше. ПЛ веселится один. А ПЛ... скоро Эгис пропадет. А ПЛ сейчас умрет, кстати. Нулифайер. Не, лучше умрет, пусть у него скоро Эгис спадет. 10 секунд. Они должны считать. Они должны считать эти секунды сейчас. Да, они, походу, да, считают, 4, смотри. Да, нельзя убивать, надо отбегать. Тарантотокио, есть байбек, все нормально, он выкупается. И вот теперь, и вот теперь, моментально сбить реген и за Смайлинг Найтом бежать прямо сейчас. Мира, посмотрим. Плохо Ятору. Ятору плохо, но он живет. Акса нет, Пака нет. Так. Все еще есть глиф, все еще есть байбек на инвокере. Да, это не проблема. Он за мирой может дайвить, и Ятора здесь ему порегенится. Ему порегенится не помешало. Крипы Продотрон бьют, это плохо. Прыжочек, смотрим. Ну, Липайер, хорошо. Хорошо, по двоим могут забирать сейчас героев. Есть один байбек и второй байбек. Коллапс. Пока выживает. Пак выкупился. Ой, ай, как обидно сейчас. Мог засейвить у нас Мипошка, немножко не получилось. Пак дамажит трон. ПЛ дамажит трон. ПЛ в дизарме отбегает. Коллапс переключился, пытается убить у нас Ваньку. Ваньку сейчас убью. Да, Ваню убили. Ваня с байбеком его делает. Тарантотокио. Все, закончился глиф. Надо что-то делать со Смайлинг Найтом. Нулифайер, он отпрыгивает. Смайлинг Найт просто бьет трон. Просто бьет трон. Нулифайер бьет его дальше и выигрывает таки команда Empire эту игру. Но я супер за спирит. Мне кажется, у них все вообще есть, что только можно. Да мы постоянно супер за спирит, но знаешь, Ярослав, что-то пока что мы супер за спирит, а они побеждать не начинают. Погоди. В прошлой я супер был за Empire. Ну, типа, они пикнули лансеров. Ну да, я слышал. Это был вас. Как лансер. Типа как Бруда, знаешь, против которой ничего нет. Вот такой же лансер. Но здесь вообще другая. Коллапс. Аренка на Ванскора. Тарантотокио рядом. Ванскора еще в соло попробуй убей, но вдвоем убью. Да, вдвоем убивает здесь Ванскора. Ну, опять-таки... Не, команда не... рядом была, команда сказала, да нет. Тупо бросили. Иди. Тупо бросили Ваньку. Ну, реально вылетело из головы. Прикинь. Просто как будто не было этого. Ну так мы же все это знаем. Любой психолог это объяснит, что наш мозг блокирует негативные эмоции. А что я финал тогда помню? А, блин, не знаю. Тарантотокио. Есть Юл, пока еще живет. Стрела залетела в петушару. Можно на развороте. Отличная контринициация от коллапса. Депресс-кит пытается уйти отсюда. Тарантотокио, как больно. Петушара срезал его. Маны нет. А тут Смайли Найт. Ой, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Мира стоит, пытался дать инвиз, дал, тут же Мипошка, контринициация, Ятора, хорошо, Петушару похоронили. Ну, 1 в 2. Могло быть намного хуже, на самом деле. Срезает немножечко. Есть скан от Radiant, не угадывают. Видит сейчас Depressed Kid Мипошку. Видит также здесь Урсу. Урса грызет Петушару. Мипошка прыгает. Тут же у нас Лотус. Лотус копать не хочется. А тут хорошо. Но Мипошка погибает все-таки. И вот Ятору надо быть поосторожнее. Петушара ушел отсюда. Там параллельно коллапс. Отличная арена. Петушара. Старшторм убивает Петушару. Но какой здесь... живучий Петушара просто. Да, это просто рванина. Ну, и Мира погибнет здесь. Этот Санстрайк добивает его. Смайлинг Найт делает даблкил. Идти в рашпит. Они, может быть, хотели сделать какой-то open фраг для того, чтобы соперник был вчетвером, либо выкупался, либо там ману Ятора вот так вот выбить. Коллапс прыгает. Можно арену поставить просто во все герои, но ее успевают поднять. Коллапс идет дальше. Арена в пятерых. Ну и дальше продолжение. БКБ, коллапс, красавчик. Просто классный файт начал. Ничего не успел сделать у нас
На Аванскор погибает, Инча тоже погибает, но три кора остаются. И минус Петушара сейчас будет, да, это минус три. Отличная работа, Мира выживает здесь. Ну и ПЛ сейчас идет в драку, но, по-моему, это поздно. И его сейчас могут убить. Торонто Токио, БКП попадает с Таном, и это минус ПЛ. Шикарно сыграно от Спирит, что сделали имперцы, я вообще не понимаю здесь. Наконец-то Спирит начали играть в доту, это мне нравится. Не тогда, когда им снесли две стороны и три стороны, а сейчас, а до этого, когда Блишрак делает свое дело. Тут сейчас нападение Союз, на Союша будет, Союз, скорее всего. Увидели, прыгает Союш, Абиссал, ну не самый идеальный таргет для Абиссала, еще и Союша засейвили, да ладно, Союш все-таки сейчас погибает. Отличная арена, снова опять по трем героям, просто шикарный. Торонто Токио выжигает людей, минус раз, минус два, минус три. Ой, он в арене застрял, ладно, ГГ. Да, тут Смайлинг Найт никуда не уйдет, напомню, у него кулдаун на байбек, он сейчас погибает, и его не будет 105 секунд, Петушара остается один, уезжает, конечно, на базу, но это не столь важно, самое главное, что четырех героев здесь. Такая защита, защита не защита. То есть ты что-то как-то делаешь этот тауэр пуш, но против тебя Лишрак. Опа, хекс на Лишрака, смотрим. Рядом Мипошка есть форсик, все хорошо. БКБ Лишрак на развороте, Ятора прыгает, есть форстап на подсейв, хорошо. Пока живет у нас Майлинг Найт, неплохо, но Петушара за линией огня. Петушара был БКБ, но он его не использовал, к сожалению. Потому что да. Поймали еще Ванскора, Ванскор тоже здесь погибает, просто палец смерти. Три, два, один. Ну почему, пацаны, фузи-вузи пишет Ятора и не ливает пока команда Empire. Ну, мы понимаем, это решающий матч, Квалана International, а вдруг у соперника интернет сейчас вырубится? Да, ну, в целом, у Empire же как раз-таки вырубается. Ну да, 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 я же говорю, тут надо, пока трон не упадет, играть до Талова. Ладно, торнадо еще вот такой вот по Торонто Токио, хекс в хекс. Хекс в лотус, коллапс, и все, еще и инвокер. Здорово, и инвокер тоже отправляется отдыхать на 80 секунд, правда, есть у него байбек. Смайлинг Найт понимает, что у него байбека нет, коллапс БКБ, бараки добить, бараки на топе тоже надо убить, Урса прыгнул, в инвокера у него нет байбека, БКБ у него есть, хекс на Урсу, нефиг быковать, Ятора отходит отсюда. Смайлинг Найт готов еще подраться на Тотоке, у того пока тоже нету Блэкингара, еще 8 секунд, пошла еще одна арена, опять от коллапса, арена, боженька, боженька на Марсе играет. ГГ. ГГ! 2-2! 5 карт будет у нас гранд-финал в СНГ. Хорошо, мы давайте думать, что происходит. Значит, на фантомку врываются. Предположим, ее связали. У нас есть форсик? На ком у нас форсик? Я. Ладно, голос, давай. У нас нихрена нет. На самом деле, для фантомки, именно фантомки не суперудобная игра, потому что ни бафов, ни сейвов, ничего нет. У него есть БКБ, не забываем, нажимает БКБ на развороте, хочет убить Белочку. Посмотрим, сможет ли ее убить. Да, 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 Союз погибает. Да, что? Ну ладно, вот так. Он Торонто Токио, у него БКБшечки-то нету, его скушал Ванскор теперь. Депресс кит просто в инвиз, погибает Ванскор и также спектра, скорее всего, отправляется в таверну. Хотя смотри, Найт еще живет, сейчас побежит по елочкам, встал в розу. Обидно сейчас получилось, потому что старт атаки был хороший. Казалось бы, Союза почти добрали, он ушел, до сих пор здесь бегает каким-то образом. Мира, надо вижен. Надо вижен, вот он вижен на Союзе. И там и блокер. Еще и коллапс, как он его сейчас нашел? Не увидят. Чем нападать? Там? Смог тут же разревелиться, должен этот смог. Мипошка видит людей, отбегает. Агр хороший. Коллапс, смотрим, затянул только у нас Ванскора. Ванскора сейчас разрубят. Да, драка продолжается. Союз все еще живой. Мипошечку пытается убить. Мипошка, слишком много внимания на Мипошку. Мипошка не выживет здесь, конечно, но поймали спектру и Ятров. Блейдмейл чуть не убился. Все нормально. Мипошку иллюзией зарезал Смайлинг Найт. Но он остается тут один. Акс поймал инвокера в очередной раз. Минус 3. И инвокер пытается сделать ТП. Аутслэм данк в голову от коллапса. Минус 4. Здесь тоже зацепил Дарквиллу. Ну и Петушара последний. Петушара тоже погибает. 1242. И это полное вытирание команды из пяти мужчин. Ваник. Смог. Так, видят, что Лина здесь снизу. У нас уже ПАшечка побежала. Тут Торонто Токио врывается в драку. Смотрим. Пошел хаунт. Есть информация. Коллапс ищет себе жертву. Подсветил Союша. Мира тем временем по Петушаре дает дэмэдж. Корабль залетел. Петушара пытается как-то уйти, но нет, его тут не отпустят. Ятора в него. Полетели блинки и кортики в разные стороны. Хотя Петушара пока отпустили. Он все еще живой. Драка делится в две части от спектра. От спектра, спектре надо как-то прятаться. Спектра в елке бежать. Там Мира просто делает даблкил. Минус Петушара, минус Ванскор. Ну и мы понимаем, что спектру-то, в принципе, в такой ситуации можно и отпустить, пусть себе бежит. Поел, по елкам, один туда, телепорт, один сюда. И когда, по-моему, агришь, он хангер на всех в округе вешает. А, по АУЕ, ну да, это прикольно. Так это нормальная тема, ее, в принципе, в простых играх можно так, брать. Так, Ятора тут пробился, пытается управлять, а у него БКБ есть себе, но, скорее всего, ЕГС нет. Форснул он Мипошку, вернули на кресле. Сыр, сыр, нет, сыр. Это сатаник. Серьезно?
А, да, это сатаник, сори. Торонто токен. Это был сатаник. Кстати, теперь барак бьет очень больно и, скорее всего, теряют барак. Ну, вот пока Кунка вот этим, собственно, водным аттракционом выигрывает немножечко времени. Но, опять-таки, для чего это время выигрывается, есть вопросы. Падает у нас антипагодро протекшн. Минус один барак, минус второй барак. Драться могут спириты, я а только зачем? Что понял, что преимущество настолько большое, как весь нетвор страхкора. Да, здесь да, прыгнул коллапс. Хорошо, двух героев, есть проблемы, подкоп отличный у нас, и минус, инвокер моментально. Дальше дэмэдж по Кунке пошел, Кунке надо жить, Кунка! Едва живой уходит, все-таки после пира. Но тем временем Ятора разрубил также у нас Петушару, просто полетел. Там один клиночек, Петушара ничего не может сделать, байбек у него есть. Акс прыгает дальше, на ванскора, тут же Ятора. И еще один минус, трипл килл Ятора. Ну и пошла у нас драка со Смайлинг Найтом. Ятора, пока на торренте полетал. Ятора, есть у него, есть чем отживиться. И это ультракилл. Нет, Торонто Токио ворует. Ятора пошел дальше. Минус 4, байбек есть у спектры. Нету хаунта, но выкупаться теоретически можно, даже нужно. Но это действительно не ваймен ультраскилл сейчас. Ультракилла не было, но ультраскилл от спиритов есть. 47 тысяч перефарм сейчас. Заходят спириты в смачки, а Егис у них еще минутка есть. Ой, все, смог последней надежды. Байбеков почти ни у кого нет, кроме Худвинка. Ой, подкопал двоих, подкопал. Мипошка дал информацию. Калас, прыгай, тайгер по двоим. Тут же иллюзии. И пошла мясища. Минус раз, минус два. Есть, конечно, ультимейт от Дипрескида. Не ультимейт, простите, а рассказ. Но ничего он не дает. Последний барак падает. Остается в живых только два героя. Depressed Kid и Союз, который в елке стоит, мега крипы, 54к перефарма, good game, well played, Team Spirit едут на International! Да, грац организацию, грац ребят, грац всех, наверное, кто знает, где сейчас буткемпят за Spirit, там есть ребята, которым тоже помогают, я думаю, и они рады тоже будут, что...